Бристл Бэк тоже Ливингстон висит. Ну, пока дебафнул Хавалем, пошла погоня, шотган или собака, а ну отстань. И собака понимает, что порога. Изначально входит, и еще порезали Firefly урон. Или что-то еще порезали Firefly. Не, Firefly не урон порезали вроде бы, а мувспид, который он добавляет. Да, да. Там теперь не 5% на ферма, а 4, и так и 16. Погоня, no one, очень много замедления. И no one уже до конца, еще одну губ пошло. Ну и пытается, конечно, уходить у нас здесь фаник, но не так далеко. Он летает на свой чейн, нужен еще один, он лишь первого левела. Есть у него пока чекрам, есть Филиндес, пытается уйти, но разминает его Резоль. Это фраг для команды Virtus.pro, но правда подвязали здесь no one. Работают в спину, не хватает КДПС, а там буквально 30 хп осталось. Нужно буквально один удар, ну и благо есть шрифт, стан. Но Вана в спину покусали и закусали. На Тимберстова есть арчит, стаков 14. Там еще и резоль на месте. О, есть герой заюзан. Топориком проедает у нас. Тимбер не может он вернуть. Жирный, конечно. Не может вернуть. ТП пока не кастует, за ним выезжает еще и заяц. Ну все, паника тут уже подцепили. Хотя нет, стоп, его не поймали на дизрапшн. Он лежает на еще один чейн, подъезжает. Еще мод, как же долго его бьют, да боже ты мой. Ой, ё-моё. Как же ульта Фариона залетела. Как финальный, последний, да? Тик, да, там урона на 500. Но там под Домоник Пурш, под Соул Кетчер все это зашло. Это было очень неприятно. Здесь лосо подспили, он от краски к Сане увезли от команды. И ОД пока в Астрале отдыхает, но его уже спасать нечем. При этом у нас подрезают еще и Мипошку. Мегакилл для Резолюшена, три героя команды. Хеллрейзерс отдыхает. Ой, имеется лосо, 25 секунд нет ульты у Ликана. Соло ультует. Убит ли они вдвоем? Руби пытается достать хоть кого-то. Никс. Ну вот там, кстати, плохо, там Ктеру все еще подорвает немножко. Казалось бы, не было мидера, керри. И неплохо уже один в один. 761 золото за отстапа был, получает Тимбер. Но Ванпэ как бы дальше не маленький. Пока Астрал отправляет его немножко отдохнуть, чтобы не повадно было провожать. При этом у нас Фанник находится вот на передовой данного сражения. Есть еще один Астрал, избивает немного здесь зайца. Работает, так что там еще и тролль скоро будет, сетка у него. От Кадешна, но Ван парень плотный и как раз и отрезает подход команды на пассив Фанника. Фанник все-таки здесь должен допилить зайца и хватает. Да, дэмэджа минус 2 героя. Уже убер про зайц. У нас отдыхает, а вот Фаника тут могут размять, при этом за ним выезжает еще и соло, но Ван недалеко. Фаник очень плотный, его замедляет максимально. Ох, как же там пеленул соло еще, как но живет Фаник. Ну, недалеко летает на чейне, и вот теперь он падает, команда так и не смогла к нему подойти, там его не смогли поддержать. Я уже потом говорил, да, назад, да. У них Тимбер и Ликан, они снесли одну вышку за 23 минуты. Это маловато будет, конечно, там зайцы у нас немного нажигают. Заяц отправляется в таверну, уничтожают Сани. Ой-ой-ой, как неприятно, прям под базу не умирают. Проблема у Фаника, он не уезжает на чине на базу к себе, ну и уезжает по итогу он в таверну без байбека. Байбеков абсолютно нет у команды. Никто не бьет в заместе Тимберстова, поэтому у него было 800. Кстати, тем временем у нас залетает донат на 1000 долларов очередной. Это уже пятый или что человек, который 1000 закидывает. Красиво, красиво. У нас совсем чуть-чуть остается до отметки ГГ у нас и временем. В принципе, это было уже заметно, что игра заканчивается. Зивера просто тоже раньше как саппорта использовали. И ласпик у нас четверка, шейкер все-таки зафлексили. А тройка Дума будет. Да, тройку Дума оставили, не будет играть. Поэтому хорошее начало. Смотри, попытка теперь выйти уже сверху от шейкера накрывает подки сейчас. Кстати, уже получше, нежели в прошлый раз, но тем не менее там очень неприятно. Но Вана прыгает здесь у нас в замес. Роджер добивает, но Вана, но уже после ферстблада надо сбросить. Еще одного кора как-то слабенько будет. И вообще, Эмбер ДП вместе. Ну, потерял здесь рун дабл дэмэджа. Разминает фистура. Ой, как хорошо запускает там заяц. Он просто на рампу закрыл еще и ДПХ. И по итогу это дабл для Нована. Вот такой дабл кик, когда, казалось бы, ты просто теряешь руну дабл дэмэджа и уходишь на линию без ничего. А тут хлоп. Как же Резоль пошел душить Никса. А тут донайте уже некому. Хотя нет, верно, недалеко. И не получается. Подонайт. Получает еще Inferno Blade. Мипошка душит Резоль. Резоль едет дальше на МС. Но Мипошка, фистурка по двум героям. Неплохо. Но тут уже панга на месте. Хаслэм. Ах, да, ну, кстати, просветка пошла. Накрывает у нас дальше Фаник. Фаник использует таймлапс. Есть врыв от Роджера. Отличный. От него сейчас роллинг залетает. Проблема у Резоля. Нет у него лечения. Он на нем висит весло. Минус 2 героя у команды Virtus.pro. И это еще и за Эхо Слэм получилось все. А там у нас загоняет под вышку еще и Кумана. Куман пытается разместить. У него есть блэкинбар, есть топоры. Его просто начинают все кайтить. Его начинают окружать со всех сторон. Есть блэкинбар, пытается уйти. Проходит здесь Кума. Через БКБ от как же больно. Ну и вот этот раз такой последний, уже похоронный. Он пока никого не рудит. Есть топоры. Поймать никого не получается. Ну и просто раскайтили Варлорда, и это минус 3 героя УВП в размен лишь на одного. Катят Хеллрейзер, даже на 3 слота вперед ставят, на них нападают. Фиссура, ай-яй, успеет ли тотем, пошел, есть контроль.
Не, Виндерскёрс по резолю не открывает там никак, пока он здесь Никса. Никса подсейвили, отлично все получилось для команды Hellraisers. У нас нарезают пока здесь вовсю Ноуана. Есть по нему еще статик Линк. Ноуана очень больно, минус 8 брони от жучка Вивера настакалась. Ноуана умирает. Ноуан, это будет минус для команды Hellraisers. Тут на Никса Вивер успевает сейвить, но урона хорош. Не хватает. Соло высасывают, неплохо сейчас платифон. Пока Снай пошел у нас на Ксане, но Ксане уже убивает здесь краски Соло. Сейчас сам Ксане страдает, но Виверна отлично за этим это, но этого не хватает. Минус 3 из 6 фрагов, плюс 700. 56 золота для Кумана готово. Весла работает, Кумана пытается пробить, и Кумана тут будут убивать. Это дабл кил для Паника, и этот файт все-таки для команды Hellraiser. Black King Bar появляется у Деспрофит. Он в прошлом замесе уже был, да, вроде бы? Кто? Не ошибаюсь. Black King Bar. У кого? Black King Bar на Деспрофит. Да, было 3 Black King Bar, 3 БКБшки в этом файте, 3 БКБшки. Видят Нованы, начинают его... Это шер. Так, у нас есть ультимативная в сторону как раз Киксани, но тот под ультимейт можно перестать. Большой МС отступают. Можно кого-то подсейвить. Если там под... Вивер должен стоять в позиции. Панга протаранил здесь Кумана. Кумана пока у нас катит, начинает его избивать. До конца дума. Сейчас ДП начинает нарезать. Но опять его таранит. Да боже ты мой, как же неприятно этому троллю. Он вообще не бьет. И вот наконец-то пошел реген от тролль Варлорда. Есть башка у Роджера, работает. Шинкует тролль вовсю. Есть фисурка неплохая. Кумана добьют. Да, Куман умирает. От Death Profit. Есть юлот на Уана. Избивает здесь Ксани. Ксани парень плотный. Таймлапс от Вивера был кастован. Падает у нас Ксани без байбека. Проблемы. По КПшке у Уана. Уан умирает. Фраг для команды Hellraiser. Лишь два героя живо. У Virtus Pro байбек есть, у Шейкера байбек есть. В принципе, и у Разора с Думом. Но тем не менее, это трипл кил для Никса. Еще и избивают Соло. Соло сражается против Фаника. Но сюда въезжает Роджер, и это дабл кил для Фаника. Очень хороший замес от Hellraiser. Собираются покупать встречи. 12 брони у Дума, очень мало. Фангарьер, так, это вырвался. Чины потом говорят, ой, хорош! Ну там форстав был кассован Шейкер, пока он пытается уйти на спадедексов, но за ним уже подъезжает Роджер, душ до конца. Выживает Мипошка еще. Убитый Мипошка. Живет до конца, нет фокуса по нему, Дум прыгает. Поймали, Фаньяул, если текли в его сторону, ТТМ пытается выдать по нему максимальный контроль. Неужели не убьют? Не убили! Фул хп у Фаника, все ушло в молоко. Поймали Кумана. Куман у нас уже теряет половину хп, по нему лакишот, замедление работает. Еще и Крип здесь его замедляет, дебафает. Как же неприятно. Фанник прыгает дальше. Фанник таймлапс. Нет, уже не прожмет. Он был в кулдауне. Умирает Фанник без. Хороший удар Вивер на Уану. Шинкует на Уана. Там Юл. Блэкинбар почти закончился. И что сейчас будет происходить? Чины по Разору. Он точно уже там умирает. Там Уана же точно минус. Куман пытается уйти, но там огромное заведение от команды. Hellraiser падает. Без ВВК у нас тролль. Есть ВВК у Шейкера, есть ВВК у Разора. Пока ВВК слышит один Шейкер, у Шейкера нет такого слэма. Если что, поймали Соло. Сейчас Соло тут сбивает тоже под базой. Трипл кил для Ксани. И, кстати, смотри, как далеко у нас находится Дум. Но это Крипскипинг, тот самый знаменитый пошел. 250, Виверна его просто травит. Очень больно. Прыжок там пошел у нас как бы с Винка. Сейчас у Роджера накрывает здесь краски Соло. Тарантит еще и Зайца. Заяц ничего не вкастовал. Заяц форстав, но под весом он умирает. Минус. Без байбека. Кстати, если что, на Шейкере. Загоняет Соло, уже убили Дума. Проблема там по КПшке у нас еще и у Разора. Good gameplay. 1-1. И нас ожидает третья карта между Hellraisers и Virtus Pro. Очень хорошая игра. Конечно, есть некоторые вопросы. Кому? Бруда появляется на Last Pick. Вот так вот. Нет ни одного героя против Бруды. Ну такой, знаешь, вот прям вот чуть удивили. Не... Да, ну, удивили, так, удивили. Знаешь, и, возможно, будет стан Кентавра. Выход. Так, Саня накрывает его здесь дома. Отлично получился. Кастомп на подсейв. Отличный от Роджера летает. Проблема у Ксани. Кстати, вот ли Денай? Денай нет. Тут можно подсейвить Мипошкой. Хороший, хороший ульта. Еще и хилка пришла. Роджер дерется с Зайцем раз на раз. Ну, Заяц пытается убить хотя бы здесь Роджера, но не получается этого сделать. Да ладно, они спасают Эмбера. Выживает Роджер. Хотя нет, секундочку, тут у нас на месте уже Соло. За ним подъезжает. Есть лассо просто в лоу КП этого Роджера, чтобы наказать всю боль. И Роджер еще и живет какое-то время. Да. Кстати, курица. Там, кстати, у нас чуть выше с Ксани. Он воюет пока против Резоля. Улетает на свой ревенант. В это время подцепили немного Заура. У того есть паунс и Шадоу Дэнс. Паунс ультимейт. Пойдет, да, паунс пошел. Погоня, погоня пошла нереально. Ворачивается, пока у нас здесь Ларк. И его протанец откинули на хайграунд. Это было неприятно сейчас для команды Hellraisers. Но тем не менее подцепили и убили. Кумана еще и падает Соло. Мега килл для Фаника. Как же Фаник наваливает в этом матче? Вроде а, это знаешь, как работает? Это... У него, походу, не будет работать, когда на морфа обратно превратится дух. Спадет эффект. Так, сюда, кажется. Так работает. Там оно вроде бы так и работает. Ой, как больно, да божечки, то мы вот это лицо у него отрывается, и там спину в это время уходит Фурион, пошел в рифт, а козлов взлетает не сам. Конечно, есть дух, но Фаника, Фаника с огромным стриком. Его нужно убивать, и его убивают там плюс сколько, 940 для Кумана насыпало, еще и 200. Притык подошел Роджер, минус броня, очень больно. Врывает даже на Сане, пытается добить, здесь резолюшен, резолю очень битый. Есть у нас неплохой сон, стану к Сане, он хватит, да ладно,
потихоньку здесь и отступает в ВКБ Куман. Куман уже уходит под фонтан. Есть прыжки, погоня пошла за Оксаной, но тот все-таки отступает. У нас на базе развлекается Бруда, есть инвиз от Роджера. И, в принципе, сейчас могли в разы больше нафидить. У Эмбера имеется, кстати, Феррик, знаешь, под ультура. Так, смотрите, поймали нового Амаса. Монта, 3 секунды, знают ли об этом Hellraisers? Есть Сайленс, на перекачке был Морф, Монта пошел. Anyway, нет этого... Там нас вырезали, теперь под Гальера, Пангальер падает. Также падает у нас еще и стрик из Роджера, минус Killing Spree. Но там с толпой месяц ноуана, ноуана тут никто не спасает. Размен все-таки есть от команды Hellraisers, есть Юл, но не по таймингу стан залетает. И не получилось поднимать Эмбер Спирита. Он ушел на Реминант, в это время провожает Вивошку. Также там еще и видно Брудмастер, Бруда выгрызает соло. Паунс от Кумана, Паунс там никого не достает, ну и команда 6 секунд торчит, можно попробовать, если у Кумана не осталось блокинг-бара, его нет, можно дать торчить через 5 секунд, закончилась мана. Ай, Кумана минус, и Зайц вырывается, он слишком поздно, не спасает тиммейта, он тут тоже будет умирать. Поверили, поверили в себя, команда Virtus.pro, не имелось байбека у Сларка, а Брудмазер воспользовалась как бы данной ситуацией. Такой, пацаны, ну, не знаю, мы не сегодня видели уже. Смотри, у нас вылазка, там видно, врываются, ай, не поймали, да ладно, отступает, хорош. Своевременно ушел, врывается Пангальер, есть стенд соло, соло страдает, соло будет умирать, отлично, задолжили этот врыв парни с команды Hellraisers, поймали еще и убили Зайца, минус 2 суппорта команды ВП, которые без байбеков, поймали также здесь Морфа, Морф на перекачке, пытается жить ноуан, у него Аегис, но Аегис уже потерян. И нет BKB у Морфа. Да, но BKB, но Мотостайл, но Фейс. Уфу! Но армор. Что с лицом? У него было 500 хп, если что, вот это было 500 хп. Сколько времени он жил? Сларк готов. Мама-паучиха, так сказать, с твоими паучихами. Да. Сларк, давай, Куман, врывайся. Он такой сюда по одному шутку. Ну, сверсъел, Shadow Dance пошел, прожимается кнопки в одно время. И Куман отправляет отдыхать, Резоля, есть от него блэкинбар, но баш работает, Куман после байбека. Куман врываться не готов, падает Резолюшн, Резолюшн падает с байбеком, выкупается Резоль. Нужно жить 20 секунд. Но в принципе, в теории, трон еще будет стоять, когда вернется Морф. В теории они еще могут задать. Могут, да. Но... Смотри, Крипский пошел от Фуриона, чтобы крипы сейчас погибли. Но нужно время, падает трон, Бруда уже зашла просто внутрь трона, избивает соло, соло падает без байбека, Морф. Через пару секунд есть Дум, накрывается, кого это минус Ксани. Ну, в плане того, что его отрубают. Ник все еще бьет трон, нужно бить Бруду, Бруда в троне, Бруду, убейте Бруда хоть кто-нибудь. Если ПС Бруда ломает, и Бруда уничтожает трон, команда ВП покидает турнир. We'll be right back.